Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа. На фотографии 39-летняя исполнительница весит, кажется, не меньше 100 килограммов. Снимок артистки сделан в подъезде дома. На певице спортивный костюм и удобная обувь. Не исключено, что артистку сфотографировали, когда она возвращалась домой из спортзала, где сгоняла лишние килограммы, сообщает «Комсомольская правда». Или же Семенович снимается в одном из юмористических шоу, подробностями которого поделится позже. На ее странице в Instagram все снимки демонстрируют исключительно стройную фигуру. На одном из последних она танцует около бассейна и призывает всех нырять, как это делает она. На другом она сидит за столом и рассказывает, что приступает к написанию книги. Звезда, судя по всему, решила стать еще и писательницей. Не исключено, что в последнее время в социальных сетях Семенович выкладывает либо старые фотографии, либо обработанные в фотошопе. Этому есть и доказательства. Недавний снимок, где она поздравляет Алику Смехову с днем рождения, явно архивный. Пользователи также рассматривают другой вариант, возможно, на попавшем журналистам кадре все-таки не Семенович, а ее двойник. Комментариев от самой звезды по поводу любопытной фотографии, всплывшей в сети, пока не поступало.